На портале «Открытый город» проходит голосование об изменении схем движения общественного транспорта по предложениям чебоксарцев. Это итог работы инициативных групп горожан. В списке 12 предложений. На выбор 3 варианта ответов. Данные предложения касаются как изменения схем движения, изменения начальных, конечных остановочных пунктов данных маршрутов, а также есть предложения по объединению троллейбусных маршрутов. Все изменения, они достаточно конструктивные. Я думаю, их принятие приведет к положительному результату. Чтобы принять участие в голосовании, нужно пройти быструю регистрацию на портале. Достаточно указать номер телефона и придумать пароль. Выразить свое мнение можно до 29 декабря.